Познер в прошлом году выиграл чемпионат мира, в этом году не выступает. А Валентин Марчеев в свои 26, одна из самых опытных европейских фигуристок. Вот лучший результат, наверное, самый стабильный результат, это результат прошлого сезона. 2 восьмых места, что на Европе, что на мире. В этом году на Скейт Америка мы ее уже видели. 4-я она там была, не добралась до бронзовой медали. Плохо начало, Рене Вуд. Ну, думается мне, что там должен был быть каскад. Правильно, правильно. Да, в близкой сборке, ну, смогла бы она второй исполнить элемент, но Вуд нас исполнила очень хорошо. Что смотрим, у вас двойной оборот, двойной аксель. Да, двойной аксель, двойной крупом. Настроен спортсмен, пойдем хорошо. Идут не прыжковые элементы. А вот двойной аксель был с небольшой ошибкой на выезде. Тоже мастер, большой мастер перевоплощения, артист на льду. Мне кажется, программа очень ей нравилась, очень ей по душе. И поэтому вот так, в общем-то, не уставки она выглядит внешне. Так, можно сказать, на одном дыхании откатала. Но, к сожалению, ошибок не избежала своей произвольной программы.
У нее практически не бывало таких прокатов, абсолютно идеальных на соревнованиях, чтобы не было ошибок. Я такого просто не припомню. Но, тем не менее, вот мне кажется, что все-таки этот сезон для нее пока вполне, вполне успешный. Четвертое место на Skate America. И та сумма, которую она набрала в произвольной на Skate America, 104,78, это для нее рекордная сумма. Сейчас посмотрим, сколько здесь ей поставят судьи. Но некий более высокий стабильный уровень, но не близкий к идеальному, она демонстрирует в этом сезоне. Я постараюсь, потому что до вечера. Тренируют ее Джейсон Данжен и Юка Сата. Ну, вот как раз на Skate America, если мне не изменяет память, она была вместе с Юка Сата, по-моему. Хотя Джейсон тоже там был. Да, Юка Сата чемпион мира 1994 года. В 2011 году переехал в Детройт. Тренироваться в Америке. Посмотрим повторе. Сальфов чистый. Кто лучше? Заторы чисто. И двойной тулуп Каскани. Вы, Александр, отметили как раз, что, наверное, программа очень нравится. Но действительно чувствуется музыка к кинофильму «Артист». Людовика Бурса исполнена. Использована. Действительно, как-то Валентина выглядит под нее уверенно и очень изящно. И приятное впечатление оставляет, да, программа. И ей доступна эта музыка, доступно движение, доступна хореография. Поэтому всегда придает дополнительные силы спортсменке. И вот мы видели, что в конце она не была очень такой, не выглядела усталой. Да, очень эмоциональный фигурист. Эмоциональный большой мастер. Собраться, когда нужно. Ну, это недовольный прокатный тренер, спортсменка. Ну, а сейчас уже на льду находится Полина Коробейникова. Ну, вот видите, она чуть-чуть проиграла себе самой образца Skate America. 2 балла. Тем не менее, 102,42. И она сейчас опережает Каролайн Жан по общей сумме.